фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Не добраться! Еще трое! За ним все идут! Пиши дальше, пока пол не обрушился. Чаша упала! Все рушится!
молодец. Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Как спустимся? Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Резец! Надо отдать должное. Разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Позже. Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут.
это здесь? А, большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Так просто мы не откроем. Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Я рядом! Слева!
что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Бедный Фафнир. От амбиций до алчности всего один шаг. То, что сказано. Ты сам не дури. Я не шучу. И ушел живым. Пускай. Дядя наш давно ни хрена не дури. Значит, выпали. Что приглянулся? Не забывай мыть руки. Скорее, брат, добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот ты. Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Не указывай мне, что делать, брат. Решил пойти против нас? Я уже не помню, когда... Вот это противник! Старики ли об этом ягненке? Недоросток мой! Отец, хлебный камень! Против всего!
за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Пойдешь, щепчон, тебе еле держим путь. Сказал, заткнись! Успокойся. Надо повторить. Соберись! Иди сюда, моя! Нет! Он схватил твоего сына! Эй, Мимир! Не думай, что я... Не трожь его!
будет защищено на склоне! Вставай, брат! Соберись!
сын, соберись! Отрей!
думать. Круг вперед! Прекрати! Сын, соберись! Ha ha ha!
Соберись! Я займусь малявкой. Сын. Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить.
хватит? Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А его отец Тор? Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Вы уже добрались до склада Фафнира? Стой! Мы тут уже были. Но как вернуться?
Синдри, ты знаком с миром? Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает, держи ее подальше. Это не гигиенично. Ах, как это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. О, неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенной из амилы? На память о добром друге Синдри. Я так тронут. Да, я готов. Что-то еще? Дай подумать. Парень совсем нездоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение?